Всем привет! Сегодня мы будем апать музыкалку, апнем ее немножко, проточим, посмотрим, как она идет. В принципе, это уже будет по счету седьмая музыкалка. Да, уже 6 есть. Вот, есть вот лютня, труба, скрипка, арфа. А вот что, арфа не включается. И уже модернизированный есть сурдогитара и джаз-блюз. Сейчас мы купим, значит, что мы здесь купим? Мы купим здесь все камни мелодии, кристаллы мелодии, все музыкальные купим. Так, купим шкатулку. Шкатулку мы будем менять на камни. Сейчас посмотрим, на какие. Вот, и в принципе мы готовы. Есть 35 камней. Будем эволюцию делать. Труба превращается. Ух ты! А ты шо? Гармония. Давайте проточим ее немножко теми камнями, которые есть. Нет, пока мы магические камни использовать не будем. Так, будем пробуждение делать. Да? Так, вот. Тоже теми камнями, которые есть. Мне опять нужно будет ее собирать воедино, в принципе. Ну, будем сейчас точить тем, что есть, наверное. Или соберем, разберем. Сейчас посмотрим. Наверное, придется все-таки распад делать. Да, седьмой. Да, получается, нужно сделать распад, потому что потом будет прокачка. Так, 20 магических камней. Угу. А потом что мы сделаем? Потом мы будем еще раз делать распад. Ну, не важно. Богиня святыни. Так, значит, сейчас мы ее вытянем со святыни. Отменить покровительство. Так, теперь мы ее... распад. Это не так, значит, она в самом низу, да? Вот, делаем распад и повышаем. Ну, допустим, вот так. Для того, чтобы качать сразу все 5, потому что они будут потом меняться. Камни, да, конечно, мы не против использовать один камень. Ну и погнали качать. В принципе, нам нужны все золотые, поэтому качаем быстро. Уже зеленый. Посмотрим. До 11 миллионов дотянем или не дотянем мощи. Я думаю, что сложно. Нет, в принципе, не дотянем. Пошли. Да, посмотрим, что здесь. Тыш. Так. Ну, в принципе, хорошо идет. И за камни мы проточим. Значит, мы с шкатулки будем брать обычные камни. Вот даже фиолетовые начались. Ну, немножко не дотянем до 11 миллионов. В принципе, на 11 миллионов я, как и обещал, сделаю обзор персонажа. Останется. Так. И все, золото уже пошло. Сейчас мы доточим все до максималки по золоту. Ну, в принципе, тут совсем чуток не хватит. Все, резонанс уже на максимуме. А, ну мы вернем богини, сейчас распад сделаем, вернем, и оно будет, в принципе, один на один выходить. Так, два стата докачали, три.
А вот 11 уже есть, в принципе. Уи, крутяк. Все, здесь все на максимуме. Остались еще камни. Значит, по атрибутам что у нас? 133% бонус аккорда. Так. Значит, мы шкатулки берем. Вот, явно это шкатулка. А вот, использовать. И мы берем 100 камней. Так, получить. И вот здесь мы еще раз затачиваем камнями. Значит, у нас было сколько? 130 камней, да? Этого хватило на полторы, как я понимаю. Ну, чуть больше, чем на полторы. 130 камней. Почти на две хватило. 130 это 4000. Ну, остальное я пока прокачивать не буду. Тут посмотрим. Так, дальше мы вернем богиню. Как это мы сделаем? Делаем вот святыню. Мы вынимаем восьмую. Отменить покровительство. Дальше мы делаем распад. Так. Распад. Дальше мы в осколках одну синтезируем. Есть. Мы берем дальше назад в святыни, вставляем одну и возвращаем вторую. И повышаем их до 6 уровня. Так, и эту тоже повышаем. До 6 уровня. Так, вот, 2 плюс 6. Вот, в принципе, доточили. Так, а что она хочет? Мус строить, ну здесь максимум. Ну и здесь все максимум. Я не знаю, что она хочет, почему мус строить. Но в принципе все прокачано. Так, вот такая вот музыкалка. Это была у нас 7-я музыкалка. Осталась 1/8. Я так понимаю, что на нее нужно будет 40 радужных камней. В принципе все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.